Более 500 человек приняли участие в акции «Чистый десант» в парке Минного городка. Среди них представители дирекции общественных пространств, ВГУ, Российского экологического общества, Думы Владивостока, регионального отделения Федерации судомодельного спорта России, МЧС, архитекторы, а также неравнодушные горожане. Началась акция «Чистый десант» с разминки и мастер-класса по раздельному сбору мусора. После стартовала эстафета по уборке территории парка. Цель акции заключалась не только в наведении чистоты и порядка, но и в развитии культуры ответственного обращения с отходами. Один из принципов, который мы заложили в эту акцию «Чистый десант», это раздельный сбор мусора. То есть у нас сформированы пакеты по цветам, куда мы определили, что мы складываем. С нами и приморский экологический оператор, который будет это все правильно утилизировать, в том числе и воспитательная акция, как правильно обращаться с отходами. По словам участников акции «Чистый десант», такие мероприятия не только помогают делать город чище и комфортнее, но и объединяют единомышленников и заряжают энергией. Но это очень круто, чтобы вот эти лесопарки, большие зоны, во-первых, хотелось бы, чтобы его реально облагородили, все-таки большая зона. Ну и вот сейчас навести чистоту, порядок, здесь очень много пространства гулять детям, а когда грязно, ну тоже это есть. И сейчас реально город расцветает, дирекция работает очень хорошо, очень много мест, скверов появляется в городе, красивых, чистых. И вот мы занимаемся как раз поддержкой этой, вот именно вот этой чистотой, чтобы это все вот было красиво и людям было приятно приезжать к нам в гости в город, чтобы было где погулять, подышать, посмотреть. Действительно, надо выходить, надо помогать, сохранять город в чистоте. Парк Минного городка, ну, очень популярный, на самом деле, место для детей и для взрослых, потому что тут очень много пространства. И этот субботник помогает очистить парк, чтобы детям было более безопасно. Всегда это проходит довольно-таки весело, потому что если есть люди, знакомые, с кем можно браться, то бишь это даже скорее не труд, а какой-то отдых, морально одушенный. Пришел, поговорил, повеселился, помог городу и как-то даже легче становится.